Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа, с нами сегодня снова Deep Rock Galactic, мы продолжаем. Сразу хочу отметить, что я крайне доволен то, что последние несколько моих стримов не было никаких проблем с запуском, это необычно, учитывая то, что перед этим у меня была прям какая-то такая плохая череда неудачных попыток. Там стримы запускались, блин, там с 5-го, 6-го раза в лучшем случае. Так, ну, блин, надеюсь я, что это в прошлом. Больше такой херни страдать не буду. Так, ладно, по поводу ДРГ. Вчера вышла обнова, которая несколько меняет баланс по разгонным модулям. Так, самое большое изменение, то что слегка понерфили, ну блин, как слегка, по мне так значительно понерфили разгонный модуль, слонобойные патроны, или как он там называется. Lock and load. На револьвер бульдог. Ну вот. Во-первых, уменьшили размер барабана до 3. Увеличили отдачу, слегка подняли точность. По-моему, там со скоростью перезарядки что-то сделали. Да, еще сильнее уменьшили. А, или не сильнее. Ну, время перезарядки как минимум подняли, я вижу. Насчет отдачи и разброса не могу сказать. Так, зато. Во-первых, они продолжили бафать пылающий ад, увеличив ему еще больше дистанцию. Для автопушки... Ух ты. Для автопушки самое главное, бафнули разгонный модуль на нейротоксин. Ему подняли шанс срабатывания и немного подняли радиус. Я хочу все-таки побегать с ним посмотреть. Там поменяли пару разгонных модулей на дробаш, на СМГ. Но они такие не сильные бафы, не думаю, что стоит упоминания. А, бафнули вот разгонный модуль на увеличение барабана для револьвера. То есть он теперь не 5 стрел, а 6 стрел, то есть 6 выстрелов в барабане. Плюс увеличение общего боезапаса. Но выше разброс и дольше перезарядка. Я, кстати, возможно, его скрафчу, если мне не понравится модуль слонобойных патронов, который сейчас стоит. Так, ну что, скрафтим это говно? Want something done right? You do it yourself. Ладно, внешку минигана потом посмотрим. Сейчас проверяем. Ладно, пускай это останется. Блин, урон по области аж в 2 раза режется. Вы охренели совсем? Так, сниму все перки, чтобы лучше глянуть. А, он даже не в 2 раза, блин, он на 2/3 режется. Так, ладно, смотрим, что мы можем сделать. Ага. Боезапас, магазин. Давай, урон. Уменьшение разброса. Не думаю, что полезно. Давайте вот это.
кстати, не указан шанс срабатывания нейротоксина. Это плохо. Так, еще больше увеличиваем радиус. Давайте устрашение. Блин, не могу выбрать, урон по области или... Ну, давайте обычный урон, херс. Ага. Готово. Блин, ну сейчас, к сожалению, придется на четвертой сложности ходить. Я знаю то, что мы давно на четвертой не бегали. Просто слишком рискованно. Мы сразу обе пушки берем, которые сильно урезаны в эффективности за счет модуля разгона. И к тому же мы их тестируем. То есть нам сейчас на пятой просто зайцы порвут. Я это не очень люблю. Я как бы не из тех людей, которые любят, когда им зайцы рвут. А, кстати, базовый разброс уменьшен. Возможно, все-таки имеет смысл ставить перк на ускорение перезарядки. Так, 1.8, да? А, без модуля? Без модуля 2. А, так даже быстрее, прикольно. Блин, ну это круто, но не хочу жертвовать уроном. Его и так мало. Просто, например, если сравнивать вспомогательное оружие стрелка с вспомогательным оружием инженера, я понимаю, что в сравнении некорректно, то как бы у инженера патронов больше, за один выстрел он наносит гораздо больше урона, гораздо большему числу противников, а этот револьвер — это полное говнище бесполезное. Ну то есть что за баланс такой? Ну, хотя я прекрасно понимаю то, что разрыватель у инженера понервит обязательно. Он слишком эффективный. Должны же быть у него хоть какие-то минусы. Ладно, пробуем так. Шипы... Нахер. Нахер шипы. Да, вот так. Wicked. Окей, погнали. Так, Викли все выполнили. Так, у нас по-прежнему Бисмара не хватает, да? Ага. Бисмара и... Кроппы. Опять соляные ямы. Давайте охота за яйцами, потому что что-то мне не нравится сбор маркиты, он какой-то скучный. А, кстати, там еще больше бафнули этот бард, но это альтернатива револьверу. Пистолет, который очередями стреляет, нужно будет с ним еще побегать. Can't miss them, they're big and they glow. Get the eggs to Sturm and Molly and get back alive.
Help me with the minerals here. Чего-то в начальной пещере очень много золота, при этом нету нитры, меня это напрягает. Это плохой знак. Go fetch. I'm having the best time in my life right now. Where is that damn tin can? Так, ну ладно, прохода раскапывать не будем, пойдем уже раскопанный, где он там был, по-моему, справа. I need the mule right here, right now. Слышу, как притарианец там прется куда-то. Нифига там отдача! Так, ну ты будешь выплёвывать эту фигню? Атас, блин! А, прикольно. Они в этом газе дохнут, медузы. А, Стив, привет. Почти успел. Ах ты твою мать, какая же отдача большая.
патроны почти кончились на револьвер. Help me mind this. One down. Откуда вы беретесь? Bosco, come here. Reloaded. Да хорош, блин, какого хрена? Bosco, line it. Lock and load it. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Follow me, Bosco. Down the hatch. Ах ты, тварь. Incoming. Smoke him if you got him. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Недоцы-то не добили. Да блин, откуда там хранитель, а? Баба такая, сука, надо было его добить сразу. Weapon ready. Как же он долго сводится. Ну здорово, нам теперь нитро нужно. Мы пустые. Бля, хорошо на четвертую сложность пошел, а не на пятую. Нас бы сейчас реально урыли. То есть сетап совершенно неподходящий, с револьвером нужно что-то делать. Из-за вот этой дикой отдачи, блин, маленького магазина, оно перестало быть возможным быстро убивать всяких там претарианцев и прочее говно. Line ready.
I was born ready. I need a damn minecart on legs. Where is it? Вон еще одна тварь. Блин, нужна нитра. А, вижу. Bosco, mine it! Donkey, come here! Another day at the office. Supply. Supply flight launched. Better stand back. Ну блин, он от меня чего убегает? Bravo! Resupply arrived. Go restock. Ha! Who's gonna protect you now, we crawlies? Come and get some. I call for the mule. Could really go for a call. Да тварь такая, блин, откуда они берутся? Конец. Steve's gone. Чё, Стива добили? Сволочи. Getting supplies. Much better. Locked and loaded. Куда ты попёрла, тварь? Ну попробуем убить эту хрень. Или нам еще остается? Блять, ну кислота плюй, сука, откуда ты взялся, мразь такая? Тебе заняться больше нечем. Кто меня убил, блядь?
пошли нахуй. Оборачивайся, давай, давай, давай. Ах ты, тварь! Сука, еще волна пойдет! Блин. Минус одна жизнь, а? Херня. Grabbing ammo. Go! Get to work! Depositing! Red sugar! I was born ready. Сука. Bloody hell, you're hot to kill. Что такое было? Совсем охренели, что ли? Born ready. Связки с автопушкой, в принципе, довольно неплохо справляются. То есть автопушка пугает претарианца, он поворачивается к нам в жопу, и мы в жопу высаживаем пару выстрелов.
получается более-менее эффективно. Theirs are recharging. В принципе, как средство контроля, вроде как справляется автопушка. Хотя как средство нанесения дамага, это полная хрень. Все, что ли? В плане какая-то небольшая пещера. Где все они трабли? Ауч. А, нормально выжил. Ну да, контроль очень неплохой. I call for Molly. I was born ready. Maybe we're not gonna die after all. Так, еще один грибок нужно где-то найти. Thank you.
ship line up. Lock and loaded. Волна, да твою мать. Ах ты, сука такая. Я с другой стороны вас ждал. Надо пуриться к нам. Под нас что ли бурит? Блин, ах, скотинка. Раз он прокопался там. Почти вертикально. Bosco, mine it! Короче, понятно, все, всю пещеру исследовали, моли, блять, не, тварь. Запереть меня решил. Excellent, drop pod inbound. Isn't waiting forever. Here we go.
successfully retrieved. Need snappy team. The drop pod won't hang around forever. Nah. Retrieving escape pod. Мне не понравилось. Мне не понравилась эта пушка, мне не понравился револьвер. То есть мы можем стрелять по 80 без отдачи, либо по сотке, но с барабаном из трех патронов и очень усиленной отдачей и пониженной точностью. Так, ну посмотрим. Посмотрим. Ну, посмотрим заодно, насколько апнули пылающий ад. Давненько с ним не бегали.
много бисмара, это хорошо. Что-то несложная миссия. Давайте на пятый. Как-никак миниган мы берем, так что... Хоть одно оружие у нас будет нормально. Блин, но скин просто офигенный на миниган. Мне прет прям. Так, ну, отдача у этой штуки хорошая. Ну, понятно, что мы там все моды поставили на уменьшение отдачи. Но, в принципе, стрелять точно вполне... Вполне осуществимая задача. Охуели совсем, что ли? Пиздец, меня чуть ревики не изнасиловали. Просто взяли кучу и набросились. Откуда они взялись вообще? Куда Боско смотрел? Откуда они вы... Они вылазят из-под земли, что ли, блин? Пиздец, блин. Я крайне недоволен этой ситуацией. Ебали рывяки уже. Хорошо, что мы этот пылающий ад поставили, хотя во время волн проблем не было. Так, я, блин, конечно, все понимаю, но нужно взорвать эти хрени, блин, они мне бесят. А то я прям как вижу то, что ненароком попаду по ней, и все, капец, ну. Минус одна жизнь сразу. Totally loaded. I got the deposit. Oh man!
твою налево, блин! Блин, это Стив так шумит, странно, раньше вроде таких звуков не издавал. Так, ну ладно, давайте туда вернемся и выкопаем это яйцо. Help me mind this. Molly, come here. Понятно, здесь не спуститься, пошли нафиг. Блин, с такой низкой отдачей можно, в принципе, очень эти 6 выстрелов сделать. Особо-то и бафнули на самом деле. Все равно нужно прям притык подходить, чтобы кого-то пожечь.
of incoming enemies is practically eradicated, and you're still alive. Well done. Чё за херня, Почему эта хрень выбралась? Я, блин, не нажимал. Почему у меня досталось и бросилось, блин, защитное поле? Я не менял оружие, я просто зажимал ГМ. Чё за хрень? Вот как это. Надо покер все равно патроны пополнять. Чё-то странное сейчас произошло. Хранитель поганый, а? Ах ты, сука! Обороняем все, что можем здесь, чтобы забрать патроны. Потому что нитры у нас не очень много. Нужно экономить.
I need you here. Так мы вообще все с одной точки выкопаем. Сейчас волна пойдет, скорее всего. Тебя только здесь не хватало. Блин, откуда ты взялся, блядь? Еще сквозь своих же плюет. Да пошли вы нахуй, блядь! Ебаный, блин. Не спасает эта хрень, короче, дрывиков. Меня-то как зацепило, блядь! Точно я там хотел этот крахмальник забрать. Ну, пока что мне этот пистолет не нравится. Не сказать, что он совсем какой-то херовый, но, блин, не очень. Crusher!
like these things weren't bad enough alive. Where is that damn tin can? Wonder what slop they're serving in the canteen tonight. Так, тут ничего интересного, да? Шило. Secondary objective completed. Now finish the job. Ах ты, тварь такая, блин! Мы же здесь бегали, почему сразу не заметили? Да ладно, блин, с 20-го раза запрыгнули, ничего себе. Как удобно, а? Правда, толку особо нет. Point done.
Откуда эта тварь взялась, блин? Мы здесь 40 минут уже торчим на этой миссии, блин, и... Сука! Все, нахер, валим отсюда. Хорошей фигней страдать. Значит, этот разгонный модуль мы отправляем в долгий ящик. Пошел он нафиг, слишком быстро перегрев. Никакого бонуса к урону. Ну, какой-то ни о чем, короче. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Follow Molly! Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Move it! Молли, как всегда, очень простыми путями полезла наверх. Steve fought well and died like a hero. Let's get out of this hellhole. Надеюсь, меня чувство направления не подводит, и мы бежим вверх. The mule has docked, initiating launch sequence. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Нахуй пошли. What's the fire? Блин, это что такое? Чё, блин, за порнография такая? А еще выше нельзя было, нет? Кстати, капсула, походу, вообще в воздухе висит. Да, пошли за Бисмором, что-то Бисмора здесь не очень много вдор. Ну ладно. Хотя 71 неплохо. Так, а если так, по 6 выстрелов. Так, вот тебя нужно нафиг.
Кстати, обычное погружение-то мы прошли. Ага, осталась элитка только. Блин, не знаю, стоит пытаться элитку пройти. Сначала разберемся с билдами, потом посмотрим. Так, 250 маркита, либо 3 дредноута. Ну ладно, погнали за маркитом. Потому что с минигана разбирать дредноута такое себе удовольствие, если честно. Можно, можно, я не спорю, но, блин. Я как-то привык это дело револьвером. Довольно быстро осуществлять. Depositing. Так, ну вроде ничего интересного. Ага, забраться здесь можно. Или нет? Не хочу тратить канат на всякую херню, типа вот этой. Так, это замечательно. Сюда-то я забрался, зачем я это сделал? Потому что дурак. Ой, идите в жопу, я уже устал искать этот проход. Сука, ушли от меня, блядь, твари ебаные. Опять мне медуза что-то изнасиловала. You're a good mule, Molly!
help me with the minerals here. Goodbye. Блин, с этой обновы Стив какие-то странные звуки начал сдавать, они меня напрягают. Sometimes I wonder if mining is all there is to life. Then I punch myself in the nose. По-моему, волна уже идет. Хотя урон Барту не мешал бы немного поднять. Также урон по уязвимым местам. Time, old lady. I've got all day. I can't carry anymore. Need to get my pickaxe sharpened when we get back. Так, ну боезапас, видимо, Барту повышать так не стоит. Лучше все-таки, да, урон. Это у нас как вспомогательное оружие против всяких жирных уродов, типа претарианцев. Thank you.
rat! I call for the mule. Depositing minerals. I die a little inside every time I have to take out. Ой, нифига себе, с одной очереди валит жука-сборщика. По-моему, даже револьвер с однобойными патронами до того, как по нерфине даже не валил. Oh, yeah. Нитры нету нигде. Так, а можно как-то по-нормальному отсюда спуститься, нет? О, блин, маркет, я и забыл, что нам маркет нужно выкапывать. Да-да, я вижу там подробники. Сука. Как ты попал? Seriously need to invest in some better equipment. Mining is hard work. Good thing we're dwarves. Блин, нитро даже на одну капсулу не хватает, а? Ну берись отсюда, уж мешаешь. Отсутствие нитро это не есть хорошо, это гарантированный билет на тот свет. Come and get me, you disgusting bug! Ну твою мать! Lots of them heading your way. Понятно, нам пизда. Извиняюсь за мой французский. Если мы сейчас в срочном порядке не найдем нитру. Доиграемся, нас пьявка свозит. Где все нитра, блядь, что, издеваетесь? Чем я сражаться должен? Thank you.
that. Keep fighting, team. You're almost through the wave. Пять нитры нужно. Пять нитры. Мы сдохнем из-за того, что нам не хватило пяти нитры. Из-за того, что это такой ебучий баланс игры, блять, нам нигде живы вместе. Куда пройти, блядь? Блядь, тупик. Так, теперь воздать это Молли. Ах ты, черт, не осталось. Сука! Почему ты, блядь, сразу не перезаряженная, а? Вы чё, ебанули совсем? Кое-как! Кое-как! Отличный, блядь, превосходный баланс. Какого хрена, а? Так, там где-то Бетси, на таких случаях, я думаю, все-таки нужно ее починить. Тогда, даже если у нас закончатся патроны, то хотя бы она сможет сражаться. Ай. Ох.
news. I'll beat your record this time. Just watch me. Золотишко с них соберем. Инфол, спасибо. Молли, не убегай от меня, тварь ты. Да хорош, блядь! Вы что, издеваетесь? Только сейчас волна была, я только старую волну добил. Что это уже, господи? Этих надо было почаще гренами пользоваться. Suckers! Bloody hell, you're hot to kill! Thank you.
Не-не, бойцы определенно идут впереди. Just when you thought it couldn't get any worse. Bosco, mine it! Sorry, little bug. Your own fault for being full of goodies. Oops. I think we actually have a chance to make it out alive. Молли, блин, ты вот чуть не помешал его завалить. Прям под пули сунулась, тварь такая. Блин, я чувствую, нужно было все-таки с патронами вернуться. Это не факт, что... Понятно. Мы за патронами вернемся. Блин, он не сдох, а? Ни хрена себе. Hostiles are backing down. Finish them. Да ладно, два сразу, прикольно. Молли, очень помогаешь. Молли, очень помогаешь, большое спасибо, огромное тебе спасибо. Помогаешь, блядь, прям вообще. Помощница от бога, ёпта. Да уйди ты, тварь, блин! Завалил.
понял все. Next time, let's go out of ammo. Возвращаемся за патронами. Потому что нитры на еще одну капсулу нету. Не наскребли. Потому что так шикарно сделана, блин, карта. Oh, yeah. Я не удивлюсь, если в самом конце, в самой последней комнате будет, блин, там несколько сотен нитры этой. Все в одном месте. Действительно, зачем? Какая-то нетра. Просто надоело уже туда-сюда бегать. Какое-то жуткое беспатронье просто. Ладно, ничего, как добьем Бетси, если сможем ее вообще добить без патронов. Как добьем, должно стать полегче. Охренел что ли? Это что за рывок такой был, блин? Шел нормально, потом резко, блин, как из рогатки его выпульнуло. Все равно нитры не хватает. Contact. A swarm of glyphic grunts is heading your way. Вы заебали. Заебали. Нет патронов, бля. Чем мы Бетси будут убивать? Where is that damn you? Grunts engaging. Check him out. We got work to do. Налево! Ну,
Молли, очень помогаешь, большое тебе спасибо. Блять, это такое, блять! Кто, сука, блять, кто там со спины? Опять мы без патронов, блять, охуенно. Гранат нет, патронов нет. Чем сражаться, хуй его знает. Нитра нужна просто звездец как. Хотя бы троечка. Может там лут баг какой-нибудь есть, я не знаю. Давайте еще волну, действительно. Сейчас самое время для волны. Давайте, 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 жука сборщиком. Понятно, короче. Блять, сука. Нет смысла возвращаться в самое начало карты, там мы большую часть посмотрели. Больше вероятность найти нитру или сборщика впереди. Что за пиздец с патронами, я вообще не понимаю. Генераторы поля есть, а на то спасибо. Они нам, правда, совершенно не помогут в случае нападения волны, но помогут взять патроны. Блин, я уже устал тащить, вот, серьезно, какого хрена, почему я не могу просто играть? Почему, блядь, приходится страдать, блин, превознемогать? О, блин, золотой. Тварь. С тебя нитра падает, нет, не падает. Потом сюда вернемся, сейчас первым делом нитра нужно.
Есть. Шок-сборщик. Я оказался в действии. Где Молли, блядь? Прется кто-то. Ну, правда, по звуку. Ага, отлично. Супер. Супер! Куда ты? Куда ты прёшься, тварь, блядь? Я специально сюда отошёл. Нормально, живем. Какое-то время, по крайней мере. Блять, ушли, сука! Нет, я сдох. А, мрази, сука, мрази ебаные. Почему они именно сейчас появились, сука? Одна жизнь осталась, пиздец. Один подъем. Блять. Почему нас отталкивает, блядь? Что за хуйня? Почему? Неужели, ебаный брат? Shield, charge. Shield up.
сука, не могли стоять на месте, постоянно выталкивало нас куда-то, блядь. Почему? Никогда раньше не выталкивал, сейчас нужно вытолкнуть. Только потому, что у нас, блядь, последняя жизнь осталась. У меня нет других версий. Сука, блядь, что за пиздец? О, да-да-да, давай. Нервов, блин, не напасешься на херни. Shield charged and ready. Зашли, блин, бисмара пофармить называется. Сука, запрыгивай, блядь. Бетси, блядь. Если сама не убиваешь, мне не мешай. Бетси, блядь.
Getting more ammo! I need that damn minecart on legs. Where is it? Давайте посмотрим, куда эта хрень ведет. Damn flares could need an upgrade. Это просто крюк. Окей. Давайте уже, нападайте, суки! Я вас жду! Кто не нападает, ну окей. This place is almost nice compared to last time. Последняя пещера. Сука! Да, блять, ты что, издеваешься, что ли? По кому стреляешь? По мне, что ли? Так, ага, маркет есть. Objective complete. Nicely done. Return button on the mule has been activated. Бойцы пошла кого-то мочить. Даже интересно стало. О, однако менялось осталось. Живем. I call for the mule. Donkey time. Direct intercept course. Get ready.
Resupply ordered! Roger that. Supplies are coming. The swarm is upon you. Alright, go restock! Нормально, живем. Suck on this, you prick of nature! Так, нужна одна окаменелость. Я так чувствую, здесь ее не будет, да? А, это не тупиковая пещера. Есть еще дальше. Тогда копаем нитру, еще пригодится. Ну, как я и сказал, блин, вся нитра сосредоточена в конце.
Короче, возвращаемся в какую-нибудь среднюю пещеру, оттуда заказываем. Что я канал. Отсюда бежать на выход. Блин, где здесь выход? Сука, очень эффективно. Можно эти крушители, блин, уже хорош. А пускай там Стив с Бетси развлекаются. Ну, блять, ну вашу мать, какого хуя? Пойдет, давайте отсюда закажем. Sending in the drop pod, starting the counter. This is it, team, do us proud. Has arrived. Retrieving the mule. Follow the mule. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Dash dwarf in the pod pace for the first round.
Блять! Надоело! Я все правильно бегу. Departing in T-minus 3 minutes. Ох, опять этот мастер парковки, блин. Как вот это пролезть-то? С другой стороны, что ли, блин? The mule is secured. Initiating launch sequence. Deeper Galactic thanks you for your good work. Drop pod will leave with or without you. Что за хрень, господи, почему так происходит? Час! Сраный час мы провозили с этой миссией. Это, блин, обычная миссия, блин, по добыче Маркита. Обычная! Это даже, блядь, не максимальная сложность пещеры. Какого хрена? Просто какого хрена? За, блядь, час можно глубокое погружение полностью пройти. Чё вообще происходит? Нахер эти раскопки больше, блин, не врубай. Я ебал. Вечно какая-то проблема с этим, блин, с нитрой. Так, ладно, секунду, отойду на минуту.
Так, ну, я уже говорил, бард меня не очень устроил по своей эффективности. Нужно больше урона. Может, он так хотя бы претерианцев сможет выносить. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Если нет, то будем фармить какой-нибудь разгонный модуль на револьвер. Или он тоже шестистрел поставит. То есть вместо каких-то двух-трех мощных выстрелов будем делать там, ну, 6, зато быстро. Ну, еще можно вот увеличить еще больше скорострельность. Хотя бы в упор сможем с него убивать. Однако, все-таки хотел бы какое-нибудь оружие, чтобы стрелять на более дальней дистанции. Почему нет перка на пополнение каких-нибудь боеприпасов за убийство в ближнем бою, там, не знаю, что-то такое. Я бы его с удовольствием поставил. Все в жопу, это без биозоны водоросли, она меня бесит уже. Че вот этот значок, интересно, значит? Количество отрядов? Нахрен мне количество отрядов, я в соло играю. Drop pod is cleared, warm up. Time to get to work, team. Верну шипы, а то мне эти медузы просто бесят нереально. Вы бы знали, как они меня бесят. Шучу. Что это такое? Что это значок значит? Это боска или что это такое? А, да, боска. Не, пресет это, конечно, хорошо, но, блин, я предпочитаю каждый раз все вручную менять. Не, стандартный мне больше нравится. This is fitting. Let me try this. Maybe. Nope, this one. Блин, выцветшую армейскую форму не напоминает. Просто вот эта сраная пикселька, которая у нас в данный момент является формой. Она очень быстро выцветает на солнце и от стирки теряет цвет. This is nice. Nah, this one. Aerodynamic. I like it. This. Maybe this. Curvy. О, все, хоть избавитесь от этого сообщения, надоедливо.
О, нас уже встречают. О, ну хоть в начале нитра есть, это уже хорошо. Bosco, mine it! Что это за хрень? Они как-то умерли, но с опозданием не ударили. Пинг, что ли? The tin can is surely hungry today. Чё. Блин, там крушитель, что ли? Charging! Не копаем яйца до тех пор, пока не закажем хотя бы одну капсулу. Или не копаем нитры, как минимум. Нитры мы не накопали, поэтому продолжаем бегать. Интересно, а чё газ-то загорался? Это выстрелы боска, что ли, поджигали? О, нитра. Oh,
depositing. Donkey, come here! Heavy down here today. Flares, recharging. Help me mine this. I need the damn minecart on legs. Where is it? Six, no, 12. A lot of aliens heading your way. Getting closer to our quota. Combat positions. The swarm is here. You want the war? Нет, 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 нахуй. Нет, не падай, не падай, не падай, не падай. Нет, не падай. Блять! Кто в спину ударил, сука? Кто, блядь? Тварь. Просто тварь. Бля, я думал вытяну эту волну, нихуя не упал. Сукины дети, блядь. Иди сюда, мразь, блядь.
гнида ебаная, блядь. Steve's gone. He fought well. Пиздец, блять, одну жизнь проебали просто на ровном месте. Red Sugar! Time to restart! Incendiary grenade! No more grenades here! Ready to kill some more crates. Getting more ammo! Можно просто... Какого хуя, блять, волны без конца прут, а? Это же, блять, не раскопки. Это же, блять, спорги из ебта. На сборе есть, блять, волны должны переть, когда мы яйца, сука, собираем, а не просто так по КД, блять. Go fetch! Move your tin ass over here and hurry, please! Come here, you flying tin can! Go! Ты копай, копай, get to work! Тебе. Понятно. Нет, понятно, назад. Боска, блядь, мешаешься, сука. Нифига себе там оббегал уж. Donkey, come here! Oopsie-doopsie. На вторую капсулу накопили. Gotta wait for the recharge.
Ouch. Loot bug down. Just take your sweet time, old lady. Mine it. I've got all day. Secondary objective completed. Fine job. Так, я там Бисмара видел. Sometimes I wonder if mining is all there is to life. Then I punch myself in the nose. I like the sound of that. Что-то Барда так и не протестировали на претерианцах. Taking some of the ammo. Oh yeah. Блин, почти всю карту обследовали, что-то ничего интересного не нашли. Очень радует.
Players ain't ready! Help me with the minerals here! Сука, Молли, блядь! Дай пройти, тварь. Да ты издеваешься? Чё за пиздец? Два раза за 10 секунд она встала мне на пути. Все, все обследовали, нихера тут нету. Измерили три в очереди нужно, чтобы эту тварь звалить. Go! Get to work! Ох, нифига себе, оно шевелится. All eggs collected. Management will be pleased. Escape pod button is activated. Your ride home is on the way. Drop pod inbound. Returning to LZ. The mule has been called back. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Нет, не сюда. We better hurry. Go back to the drop pod.
The mule is secured. Initiating launch sequence. Libra Galactic thanks you for your good work. Drop pod will leave with or without you. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Еще чуть-чуть постоим. Хочу проверить все-таки боевую эффективность барда. А? Хороший момент то, что кислота плюс наводится. Shield charged and ready. Теперь зарядка достаточно быстро. Drop pod departing in T-minus 3 minutes. If only bugs were allowed on the space ring. Nash walk the pod base for the first round! Так, у нас получается тоже 4, грубо говоря, очереди в одном магазине. Так, 162 урон с очереди. Это даже выше, чем вот так вот. Ага, почти такой же, учитывая то, что... Ну, с поправкой на то, что без токсина и... Ниже точность. То есть сложнее все 6 пуль уложить в одного врага, если только не в упор стрелять. И максимум патронов тоже где-то 20. Ну, по факту, да. У нас получается аналог тяжелого револьвера. Но только с более низкой точностью и чуть больше максимальный боезапас. Ну, разве что бонус урона по уязвимым местам хуже. Oh, yeah. Ладно, еще с ним побегаем.
Так, что есть какая-нибудь там быстренькая миссия чисто протестировать? Звучит неплохо, но нафиг. Your mission is ready, the pod is prepped. Get on board the drop pod. Ну вот, протестируем на дредноутах. И я думаю, на этом закруглимся на сегодня. Дальше далеко не уедем. Help me with the minerals here. Seriously, need to invest in some better equipment. Bosco, mine it. Depositing. Не пиздят такие сраные, как же их не люблю. Making a deposit. Help me mine this. Блин, оружие не поменялось. Boom, baby! Ну, быстро, неплохо. Смерть успел мне убить.
Нет. Deep light up. Ёб твою! Чё за хуйня? Почему, блин, трос такой ненадежный, то что нас сдувает? Thanks, Bosco! Сука! Где это взялось, тварь? Right there. Go fetch. Все, валим отсюда. Ready. Mine it. Да, мы не до конца обыскали эту комнату, но пошла нам в жопу, она слишком опасна.
sissies! Eliminated. I took out the trawler! Не атаковать его, а то он сейчас взорвется и вскроет Ренот. Supply pod is inbound. Focus fire here! Resupply pod is here. Everybody collect ammunition. I'll beat your record this time. Just watch me. It's just a breeze. Grabbing ammo. Shield charged and ready. Я в воздухе пострелил. Так, окей. Пока следующая волна не заспавнилась, то нужно начинать. Плохо, но как-то неэкономно. Попадать сложнее.
Watch the fire! Controller down! I actually think we're gonna make it! Help me mine this! Zipline! Done! So long, suckers! Сначала идем сюда, выкапываем проход на начальную пещеру, потом возвращаемся. Ага, понял. Это немного не то, чего я ожидал, но тоже очень даже неплохо. Где у нас это? Ага, я вижу. Потом туда прогуляемся. Молли, очень помогаешь, спасибо большое. Все очень круто, а где проход-то? Так, вот здесь вроде прокопаться можно. Твою налево, вы чё сделали? За них пошли. I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. Понятно, не самое удачное место. Be
down! Go! Get to work! Сука такая! I think we actually have a chance to make it out alive. Так, я где-то там сахар видел. Пойдет. Wait for flare charging. Depositing minerals. Ёб твою налево, чё так поздно начало раскручиваться? Какого хера не сработал с первого раза? Supply pod inbound. Go! Get to work! Resupply arrived! Ёпта, Молли чуть не пришибил. Оп-оп-оп-оп!
Так, это что, тупиковая пещера? Блин, ни хрена себе, мы чуть не сдохли. Down the hatch. А я надеялся, там только части кирки. Там еще эти эмоции сраные. Help me mind this. Bosco, mine it! Начинает нравиться бард, на самом деле. Твою, блядь, на него. Ёб твою, блядь, да ты чё за хуйня? Блять, налево, вы чё, ебанулись совсем, какого хуя?
Что сейчас, блядь, произошло? Пиздец. Просто взяли, проебали жизнь народу. Good work. Sending in the drop pod. I've got sand in my eyes. Shield's ready again. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. The mule has been called drop back. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Что-то мне, короче, стрелок уже прекращает нравиться. Какая-то хрень вообще. Нет, блядь, нет, сука, нет. О, наджи, ты сдохли. Блядь, как я поспешил. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Нет, 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 нет. Аааа, блядь! Launch sequence. Say for a machine, how humiliating. Better hurry! Я чуть не сдохну, блин, на ровном месте. Потому что ну стоп, не смогли его запрыгнуть. Ладно. В натуре все возвращается на круги своими. С самого начала стрелок не понравился, потом был период, когда он мне нравился, и теперь опять я, блин, с него приезжаю вообще. А, в следующий раз за инженера опять продолжим играть. Congratulations! Your excellent performance for Deep Rock Galactic hasn't gone unnoticed. Management are seriously considering you for promotion, but you'll have to complete one final assignment first. Prove yourself, and a promotion awaits you. Че за стрелка, больше всего миссии завершили, ни хрена себе. На одиночных понятно. Ха-ха, прикольно, по 6 ровно у всех. Ничего себе. Забавно, что так получилось. Интересно. У разведчика, короче, меньше всех убито врагов, но по добытым минералам он почти на втором месте. Ну, не почти, он на втором месте. Ну да, инженер у нас самый бухий. Не понял. Напитков заказано на всех, а я могу не на всех заказать?
Так, ладно, хер с ним. Elementary. А, это рассветка типа. Curvy. Ладно, пущай будет. А, точно, мы хотели протестировать этот разгонный модуль на ПП. Ну ладно, в следующий раз протестируем. На этом пока все. Всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Все свободны.